Здравствуйте, дорогие мои друзья! Всех приветствую! У нас тут была небольшая техническая проблемка, потому что мы не могли выйти в интернет. Сейчас я снимаю со своего телефона. Может быть, качество будет не очень хорошее. Итак, если вы меня видите, всем привет! Хорошего дня, отличного настроения! Сегодня мы будем рисовать... А те, кто англоязычные, у меня есть переводчик, и она переведет вам то, что я сегодня буду вам говорить. Не судите строго. Hello everyone, I'm glad to see you here. So first I want to apologize for some technical difficulties. So there was something wrong with my connection. So I'm sorry about that. And today, just like in our previous class, everything will be translated into English for those who are only English speakers. Привет, Лесли! Значит, сегодня мы продолжаем наши уроки нейрографики. Today we will continue our neurography class. На прошлых двух занятиях я рассказывала, как действует эта техника, как она рисуется. In our previous classes, I was explaining how neurography works, how it paints. Сегодня я немножечко повторю для тех, кто к нам присоединился. Today, I will remind for those who weren't with me in my previous classes what neurography is. Немножко хочу рассказать, что такое нейрографика. I just want to remind you what neurography is. Это простые способы рисования. It's an easy way to draw. Доступные каждому желающему. Which are available for any who wants to start drawing. Это способы желающему освободиться от отрицательной энергетики и обрести положительную. It's a way for you to get rid of all the negativity and bring all the positive things to your life. И этот метод применяется на практике с помощью рисования. And this method can help you to get rid of negativity with the help of drawing. Это трансформация своего состояния. This is the transformation of your own state of mind. И отношение. And your attitude. К проблеме без слов. And your attitude towards the problem without using any words. Это контакт со своим внутренним пространством. It's a contact with your inside thoughts. Через рисование. Through drawing. Мы выражаем свое переживание через изображение. We relieve our negative emotions and our worries through painting. Итак, начинаем. Повторяю то, что нам надо для сегодняшнего дня. So now we're going to begin and I will repeat once again what we're going to be using in today's class. Это бумага. So it's a blank piece of paper. Это карандаши любого цвета. It's a pencil. You can use any color you wish. Также черная ручка. Also a black pen. Красный фломастер или фломастер любого цвета. A red marker or just any color. Черный фломастер. Black marker. Сегодня мы будем рисовать мандалу исполнения желаний. Today we will be drawing so-called mandala, which will help you to make your dreams come true. Эта мандала запрограммирует нас для того, чтобы наши желания исполнились в будущем.
This mandala will help us to bring all the positive things to our life and help us to make our dreams come true. Это будет как блюдечко с золотой каемочкой, которое исполняет наши желания. Маленькое блюдечко, которое исполняет наши желания. Итак, начнем. Я перевожу камеру вниз, и вы следуйте за мной.